И вновь здравствуйте, мои любимые зрители и подписчики. Собственно говоря, потратил я достаточное количество времени для того, чтобы набить себе осколки, ну и, собственно говоря, прокачать себя не так сильно, как хотелось бы, всего лишь здесь круговую сделал и повысил себе восстановление энергии. Теперь у нас вместо 1,5 энергии в секунду. Хорошо. Итак, мне удалось изобрести устройство восстановления, проведя несколько сложных экспериментов. Благодаря ему энергия восстанавливается быстрее. Колтон Маккарти, ученый. Вот. И можем еще дополнительный бонус себе открыть. Ну, это я не особо хочу, но рано или поздно придется все-таки себе это взять. Следи, чтобы в твоем тактическом наборе постоянно находились нужные устройства. Всегда будь готов. Руководство солдат Валькирии. Вот. Ну и в принципе все. Ничего такого сверхособенного я не прокачал. Теперь я хочу себе сделать вот это вот. Шанс критикала. Потому что у нас урон от критикала 150%, а вот шанс критикала 0%. Поэтому придется себя вот так вот качнуть. Но надеюсь, это получится. Ну что ж, очередная попытка добраться сюда. Ну и поскольку нас не пускают, то и будем идти наверх. Что ж, недолго пришлось идти, разумеется. Сюда нас по-прежнему не пускают. Ну что, такой волны, какая была, уже не будет. Потому что это было просто нечто. О. Прилетели. Здравствуй, мелочь. Пожалуйста, без вот этих ваших тревог. Ну, ага. Все-таки избежать этого не получится, да? Где ты там застрял? О, а ну да.
любители попрыгать. Мне бы, конечно, побольше щита. В принципе, я его так себе прокачиваю по мере возможности. Но все равно мало, как выясняется. Когда эта штука будет бить, тогда можно будет на нее запрыгнуть и попасть вот туда наверх. Сейчас я, к сожалению, туда не долечу. Тихо. Восстанавливаем щит. Так и вот так вот. Аккуратненько. Не спеши. Да ну. Так. Собрались. Я понимаю, Боди, что ты уже устал после нескольких часов набивания осколков, но все же. Надо было лететь, а я не полетел. Опа. Вот так вот, наконец-то. Поймал момент. Вот так вот. Ну что ж. Серьезно. Ну хорошо, попытка 2. Кувырок, я так понял, не помогает. Ну тогда попробуем сделать вот так. О, работает. Аккуратно. Вот так вот. Так, еще один шарик. Взять который будет довольно проблематично. Но, в принципе, можно. Непруха. Персонаж, прыгай, пожалуйста, как тебя просят. Ёлы. Вот этот двойной прыжок немножко странно работает. Совсем удобно, как хотелось бы. Так, чё-то я явно немножко подустал. Да, это мне явно потом аукнется. Вот и я о том же. Наконец-то получилось. А с первого раза так нельзя было. Так, где-то я еще слышу приз.
Хотя там внизу был один, да, но я его взять пока не могу. Так, что мы имеем тут? Ничего такого интересного. Вроде бы нет. Прости, но я тебя пока взять не могу. Червяк. Спать. О, сейчас волна налезет, да? Вызывают все эти волны. Это же жопа. И пушки у меня нет. Особенный, однако. Если я правильно все увидел. Куда ты уползаешь? Куда? Ух ты, живущий какой. Я ж тебя все равно уделаю. Ты только потерпи. Вот это была жесткая волна, которая мне явно намекает, что надо качаться еще и еще и еще. И этого все равно будет мало. Как ты ни старайся, этого всего будет мало. Очередная повесть о грехах человечества сейчас нам будет рассказана, да? Лакаешь,
Интригующе. Продолжай. Интересно, а что же такого сделал этот жрец? Значит, сюда прибыли валькирии. Так, значит, можно выстроить теорию о том, что были ученые и были солдаты валькирии, которые хотели получить в свои лапы абсолютно все и всем владеть, но ученые этого не желали. И в итоге жрец каким-то образом всех защитил, устроив тотальный апокалипсис. Или же как-то еще. Но этого, к сожалению, мы уже не узнаем, так как голос просвещения тут закончился. Вроде бы как. Что было дальше, мы, возможно, узнаем, только найдя еще. Ну а пока будем размышлять только над этой полученной информацией. Так, что мы имеем тут? Еще одна суперволна, серьезно. Ребята, хорош. Я, конечно, все понимаю, но хорош. Давайте жить дружно. Что вам мешает? Ну, видать, да. Так, я так понял, что приз меня ждет за стенкой. Потому что я хоть его и слышу, но здесь ничего нет.
как, да. Где-то приз за стенкой. Зря только получается здесь бегал все. Ладно, черт с вами, спускаемся еще ниже. Так, секундочку. Пускай так. Продолжаем. Так. Ой, жутенько-то как. Мама мия. А, так вот где ты находился. Мой кладик. Так, оружейный завод. База Валькирии. Теперь я еще умудрился на завод попасть. Так, значит, я могу открыть себе срез, чем, я думаю, надо заняться. А потом можно будет сходить направо. И узнать, что же там. Такого любопытного. Если, конечно, я сейчас до этого момента доживу. Кто бы сомневался. Отлично, срез открыт. Можно смело умирать, если что. Уже не страшно. Так, вы, уважаемые, не соизволите пойти нафиг. Спасибо. Так, тут без энергии не пройти. Понял. Но с этим мы разбежимся. Что, опять? О-хо-хо-хо-хо-хо. Это что сейчас был за летающий хрен? Мама дорогая, господи. Мне кажется, или это жопа? Не, ну ребят, мы против так... одна такая мысль, что нам специально столько врагов кидают, с которыми справиться без какого-то тотального супероружия или максимального шанса критикала, но попросту нереально. И мы в итоге все равно рано или поздно умрем. То есть все-таки так же, как и в мною выше указанной игре Призрак 1.0 или 2.0. Вот, в которой тоже были такие самые, как я уже ранее тоже вам поведовал, волны врагов, тотальные волны, которые увеличивались, если я не ошибаюсь, до 20 уровня сложности, и пройти их было попросту нереально. Хочешь спокойно пройти дальше, надо умереть, и тогда все сбрасывается до первого уровня сложности. И тут, походу, то же самое, правда, это не отображается нигде, вроде как. Но вот мы в итоге имеем такую ситуацию, что... Рано или поздно так идет на тебя такая волна, которую пережить попросту нереально. И мы в этом только что убедились, потому что я не знаю, сколько мне нужно уклонений, здоровья, щита и брони для того, чтобы это все выстоять. Но если я не думаю, что найдется кто-то, кто сможет с этим всем справиться. Ну да ладно. Задроты найдутся везде.
Ну а я сейчас, как и говорил, буду себе качать Critical. Но только, конечно, до него нужно еще чуть-чуть. Но зато подняли себе броню и урон. Теперь у нас 84, неплохо. И немножко щита. Изи. Просто изи. Ладно, мы добрались. Волн, конечно, на меня снова понакидывали, но не так много, как я мог себе это представить. Такой, какой она была, пока еще не было. Но, возможно, сейчас это все изменится. Но мне бы не хотелось. Так, мы можем все еще спуститься вниз. Но там я был. Поэтому падать вниз мне вроде как не надо пока. Да. Восточная диспетчерская, генератор энергии. Ясно. Вот сейчас у нас будет волна так волна. По-любому. Окей. Пробудил босса на свою голову. Ну, кто ж знал, что здесь еще будет босс. Ну, вернее, мини-босс. Тотальных боссов мы еще пока не встречали. Опа, здрасте. Я тебя вижу, ты невидимый. А если ты невидимый? Надеюсь, ты еще... Надеюсь, я тебе хоть смогу урон нанести. Ясно. Иди сюда. Любитель стелс-режима, я тебя все равно вижу. Во-во-во-во-во-во. Понял. Так, щит, восстановись, восстановись. Надо уметь вовремя уклоняться, как я это делал ранее. И тогда у нас все будет изи. С одного удара. Так, друг, возвращайся. Фрагмент осколка древних получено. Магнит. Спасибо. Ну что ж, мини-босс очередной повержен. Два осколка из трех есть. Интересно, что будет, когда я соберу целый осколок. Мне это даст вообще суперсилу? Или как? Хорошо, теперь я могу с помощью энергии открыть себе путь внизу, но могу также и двинуться направо. Ага. И вот открыта новая способность, до которой еще нужно добраться. Ясненько. И здесь по-прежнему мы никак не пройдем. Хотя, может быть, уже и можно, надо только пойти и проверить. Но это не точно. Вот сюда еще я могу пойти. Все поисследовать. Но пока не будем торопиться. Фу, это было интересно. Спать, танкист. Хорошо, хорошо. Так, а где же приз? Я ж тебя слышу. Где же ты? Воу-воу-воу-воу-воу. Прости, танкист, но тебе пора. На помойку. Так, я ж тебя слышу. Где ты? Ненавижу, когда так происходит, когда ты слышишь этот бонус. Но он
явно где-то вон там наверху. Или внизу. Так. И снова здрасте. Сколько же вы будете эту тревогу запускать? Ах, не долетаю. Не долетаю. Ё-моё. Ну, хватит. Я вас люблю. Ага, вон ты где. Так, так, до тебя добраться можно. Да, я понял даже как. Немножко придется, конечно, пострадать, но мы справимся. Но если только не было вас. Я в шоке. Ребятки, давайте уже с вами заканчивать. Мне уже эти игры надоели. Я свой приз все равно заберу. Ох, он даже не один. Ясно. Чё так его рьяно защищали, точнее их. Я думаю, что так много волн? Эвана как? Так, все, успокоились, настроились и, собственно говоря, продолжаем. Так. Ну что ж, теперь. Хотелось бы узнать, что будет, активировав мы вот этот вот генератор, куда мы попадем. Ну и, собственно говоря, что у нас там справа, тоже интересно. Зря надеялся. Окей. И пока не попадаем. Ну что ж, тогда уходим и активируем батарею. То,
которая нам, собственно говоря, в свою очередь откроет дверь. Спасибо. Бесполезный лифт, который непонятно зачем нужен. Ну, разумеется. Все еще мало. Ненасытные вы какие. Ну давай, дверь. Покажи, что же там такое интересное ты скрываешь. Окей. Это интересно. Очередное место, куда вход нам везде заказан. Только в качестве среза мы сможем их открыть. Так, пока моя нога любимая не затекла опять-таки, давайте ее уберем. Сядем поудобнее. Там вы достали. Ну хорошо, хоть вы не крепкие. Как для танка вы довольно-таки мягкие, я бы сказал. Ну, это в принципе и хорошо, потому что если бы они были еще тверже, мне было бы плохо. Хотя мне и сейчас не сладко. О, понятно. Хочешь получить? Одолей очередную толпу. Я
падла огромный. Дайте ж мне восстановить. Я тебя запомню. Атаки с воздуха помогают сохранить темп. Да, спасибо. Хорошо. Ну, в принципе, на эту серию материала достаточно. О, блин, надо себя, блин, еще сильнее качать. В принципе, 3000 у нас есть. Можно с этим разобраться. Так, критикал. Отлично. 8% шанса есть. Мы работаем в тандеме с солдатами. Чем больше данных мы соберем, тем лучше будет наше оружие. Группа ученых Валькирии. Так, удачи мне пока не надо. Так. Повышает максимальное здоровье. Здоровье это, конечно, хорошо. Но щит, я думаю, будет лучше. О, скорость восстановления. Вот это надо. Вот без этого. Ага. Ну что ж, ребят, я снова давайте-ка отлучусь как раз на следующую серию, я вернусь, собственно говоря, уже с прокачанными вот этими материалами. И тогда мы продолжим. Надеюсь, это хоть как-то меня выручит. Фух.